Ну что, вот и счастье. Сегодня буду косить там вот так. По колено. Ага. Вот. Все, короче, забрали. Сейчас едем еще немного по делам и домой. Уля, что это ты делаешь? Я решила на трассе поработать. Наряжаешься? Наряжаюсь. Вон я смотрю, тут у тебя черевички стоят. Да, масло я, кстати, нашла. Кто переживал вдруг? Да, теперь уехал мой этот в отпуск. Чувак, который должен этим заниматься. В общем, мы приехали в одно интересное место. Очень интересно. И сейчас Ульяна здесь будет косить. Раз уж мы забрали ее по пути, надо сделать дельце хорошее. В общем, куда мы приехали, мы уж не будем раскрывать все тайны. Вот, но кто с нами на Бусти, те знают. Такой наш прикол, куда мы приезжаем периодически с косилочкой. Ладно, все, пошли. А, надо мне рубашку взять, а то сейчас зажрут слепни. Рита, с мороженым. Как давно мы хотели, да, чтобы ты ехала с мороженым? Да. А я угораю над тем, что Рита такая вся нарядная, в новых штанах, вся красивая. А я здесь своим бензином вонючим, мне понатыкала в ноги. Да. Я мороженое все время опасаюсь покупать, потому что часто довольно выключают свет, и в магазинах в том числе. И их когда покупаешь, короче, разворачиваешь, а они все, ну, типа, в Мне кажется, мы уже когда-то бубнили на этот счёт. Да, перемороженные. Вот, и у меня был такой страх. А вот сейчас я взяла, и оно прям идеальное. Ну, с чем тебя и поздравляем. Спасибо. В общем, мы привезли косилку, нам ее починили. Как вы слышите, Ульяна сразу кинулась косить. Вот здесь она уже прошла. Оставила, как бы, траву, которую надо будет сейчас смести. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как она там сейчас. Вон она стоит. Трава выросла вообще атас. Просто по колено. И все это, конечно, занимает время теперь. Когда она ниже, все делается в 1000 раз быстрее. Ладно, пойдемте своими тоже делами заниматься. Все, пока. Почему-то хочется обратиться к тебе по имени-отчеству. Ну, у тебя такой офис. На выезде. Вот. Я Бусти монтирую. Да. Бусти бэкстейдж с наших великих съемок. Шортов, да. Сейчас. Да, такое как бы лухари рабочее место. Ну, я бы не сказала. Не, ну все равно. По крайней мере, не в офисе душном. Это правда. Так что? Душные здесь только я. Ладно. Мы костерок решили делать. Она пытается снять макросъемкой лягушку. Друзья, у нас впервые, наверное, за последние 2 недели спокойный вечер дома, когда нам не надо решать какие-то дела, проблемы. Чужие. Ну, чужие, да. Вот. Поэтому мы решили ответить на вопросы, которые вы писали вот к последнему видео, потому что мы вам там дали карт-бланш, чтобы вы могли задать вообще все, что захотите. Но вопросов не очень много, прям скажем. Поэтому не будем делать отдельное видео, да. Если накопится много вопросов, сделаем отдельное разговорное. Довольно много вопросов было относительно вегетарианства. Проверяем ли мы кровь, там, как мы следим за здоровьем, сколько лет мы там не едим мясо. Давайте в 2 словах. Может быть, это задают вопрос новые подписчики, и они с нами не знакомы. Итак, я не ем мясо, наверное, лет 8-9, ну, типа того. Я с 2009-го. Да, считайте сами. Как бы. Кровь мы сдаем, но не так, чтобы прям супер регулярно. Ну, как-то. Не знаю, у меня никогда за все это время не было проблем. Ни в начале пути, ни в середине, ни сейчас, да. Ну, как бы все нормально по крови, по всему. Да. Вот. Поэтому, ну, как-то вот в 2 словах. Так, мне кажется, у нас на канале есть видео, где мы более подробно там кукинг рассказываем. Какой-то был. Да. Потом, ой, а я хочу, знаешь, какой напиток? Сейчас, погоди. Напиток с вареньем. Пиздец. Ой, блин, а мне не открыть, наверное. А, нет, открыть. Ну что, оно там нормальное? Угу. Ой, смородина, да? Ну да. То малина была. Прикиньте, я ела варенье какой-то период времени, и почти доела его, и только потом поняла, что это малина. Не поняла, я тебе сказала.
Да, космонавтики. Ты мне делала тоже вот такой напиток. Просто вот сюда варенье, а потом водой разбавляешь, да. Правильно? А сколько ложек? Ну, не знаю. Я вот здесь не знаю, сколько сахара. Это мама нам дала варенье. Рит, ну что это? Выглядит это как максимально неэстетично. Ну, в нашем стиле, в принципе. Ну, пахнет очень вкусно. Короче. Так, и еще там был вопрос про бюджет. Типа, совместный он у нас, не совместный. Что по финансам? Бюджет у нас общий. Никаких раздельных бюджетов. Ну да. Ну как бы мои деньги — это мои деньги, Ульянины деньги — это наши деньги. Ну, естественно. Да, вот эти вот все шуточки. Угу. Вот. Короче, и там тоже человек интересовался, больше мы копим или больше мы транжирим. Транжирим мы больше. Мы не умеем копить вообще, от слова совсем. Вообще не умеем. То есть, ну, меня это бесит, хрень это. То есть, копить, ну, что-то там складывать. Да. Мы как тратим... у Куваева в мультике старинном. Мы живем, то есть, по принципу, мы тратим деньги, типа, сгорел сарай, гори и хата. Угу. Ну, как бы, вот. Сейчас, секунду. О, как сейчас будет мне вкусно. А у меня бормотуха моя настаивается еще. Да, кстати. Мы еще ее не пробовали. Сколько она уже стоит? Месяц? Настойка из смородины. Угу. Почти ходит... месяц. 19 почти... числа будет месяц. Да. Вот, а 19 число в эту субботу. Самое время, чтобы ее открыть. Не, пусть еще постоит. Да. Вот, короче, про бюджет. Да, мы тратим. У меня вообще, когда плохое настроение, я лезу на АВБ, либо на Озон, ну, короче, на какие-то такие маркетплейсы. И понеслась, да. Я повышаю себе настроение просто тем, что я покупаю какую-то... дичь. Причем дичь. То есть не то, чтобы, знаете, там зайти... Типа, я давно хотела какой-нибудь там, не знаю, свитшот или ну Dyson. Что-то вот там. Да, да, ну вот какие-то... Нет, я покупаю какую-то вот прям, ну, типа, то, без чего я абсолютно спокойно могу прожить. Бигуди, например. Да, кстати, я тут купила бигуди. Сейчас, чуть попозже, сейчас заварится все. Покажу, что за бигуди. Дед. Во-первых, я заказала черного цвета, потому что думаю, ну, как бы, ну, конечно, я люблю черное, думаю, ну, вот это вот цветное, мне не надо вот эти вот ободки тут. И я, когда показала Ульяне, она говорит, господи, как траур. Ну, она потому что такая, как повязка, да, черная. Да, не знаю, может быть, вы видели такие, может, вы такими пользуетесь. Не знаю, надо попробовать. Может быть, сегодня вечером попробуем сделать? Ну, давай, попробуем. А я как-то в этом участвовать должна? Да, обязательно. А я что-то буду делать? Ну, помогать мне, потому что, ну, может, что-то пойти не так, может, что-то не получится. С шикарной шевелюрой может не справиться. Да, да. Вот. В общем, короче, тратим. Мы всегда все тратим. Угу. Ничего. 100%. И очень круто, что мы обе такие. Я бы не смогла жить с человеком, который там постоянно, не знаю, по акциям все покупает, высматривает. И, ну, шаг влево, шаг вправо, расстрел, не, я бы вскрылась. Нет, и человек от меня бы вскрылся. Да. Поэтому все-таки круто, что мы обе похожи в этом. Ну, это как мы много раз тоже говорили относительно того, что отпуска, например, как проводить. Ну, то есть, чтобы люди совпадали. Угу. Одному там хочется по музеям, другому хочется на пляже лежать. Ну, это как бы, это сложно, наверное, ну, сочетать. А мы любим в рок-бары ходить. Ну да, так же, как сложно было бы человеку, например, тусовщику с каким-нибудь спортсменом, который один в горы ходит, а другой бухает. Да, ну типа... Мне кажется, такие отношения, они обречены. Либо, если прям супер-супер люди адекватные и идут на компромиссы. Угу. Либо кому-то одному становится потом просто интересно увлечение другого. И хорошо, если это не бухло. Да. А то... А то вчера катался на сноуборде, сегодня катаюсь по асфальту. Ну да. Вот. Короче, еще хотелось бы сказать, мы вот прошлую пятницу мы пропустили. В эту пятницу, вероятнее всего, тоже влог достаточно сумбурный. И 100%. Да, то есть, но мы реально каемся. Во-первых, эмоциональное состояние немножко такое нестабильное, потому что есть какие-то сопутствующие события, которые не добавляют кайфа, вот, и очень много дел, реально, вот, ну, что-то вот эти последние две недели, ну... Да на самом деле хрен с ними, с делами, просто все вот эти вот, ну, события. Угу. События, да, не очень кайфовые. Поэтому не знаю, может быть, мы и будем периодически выпадать, но уж простите нас да, за это. Да, оставайтесь с нами в любом случае, потому что, ну, как бы, мы хотим оставаться с вами.
Да, будем стараться бодриться. Да. А помнишь, были такие, как... А, вот. Трубочки. Да. Рит. Блин, как эти стрелки задолбали. Уже стрелять начали по уткам. Угу. Еще же даже нельзя. Да, кстати. Да и вообще нельзя. Что, вообще, да. Ну, в целом это. Нет, там же по закону, там же по закону как-то говорят, что типа, если очень хочется, то можно. Ну, это не всем можно, это можно только избранным. Известно кому. Все, у меня ягоды, короче, забились в этот, и я не могу. Понятно. Поздравляю. Возьми толстую, там есть толстая трубочка. Пошло? Угу. Блин, как кайфово. Кстати, менее сладкий, он прям как морс, только не сладкий. Тебе должно понравиться, учитывая, что ты не любишь. Да, я варенье вообще сладкое не очень. А да. Варенье это для меня атас. Вот я еще, как сказать, вяжу, вот. Песос, Рит. Вот. Опять сейчас придут меня шпынять хитарюги сраные. Скажут, что ты, Риточка, беги от нее, расставайся. Да, точно. Знатоки. В общем, вот такой красивый узор получается, видите? Вот, супер. Супер. Потрясающе. Это шарфик. Тоненький. Тоненький такой. Нифига себе тоненький. Тоненький, я имею в виду тоненький, ну, типа, как... Ну, короче, пойдем покажу эти бигуди. Бигудя. В общем, вот так это выглядит. Издалека выглядит это как что-то, ну, как для другого времяпрепровождения. Короче, вот так это делается. Ну, вы наверняка видели. Вот так это делается на голову. Вот так. А результат ты нам покажешь? Не знаю. Ну, сейчас, ну, только когда будем пробовать крутить, не будем снимать, потому что, понятное дело, что мы здесь все для смеха, но я не хочу. 100%, у нас же трэш-контент. Да, но, короче, вот так делаешь, вот так, и берешь потом, и вот пряди вот так начинаешь, ну, как бы, вот накручивать. Говорят, вот так от лица, от лица, и вот оттуда вот так забираешь, и, в общем, должна получиться прическа. Супер. Чтобы вы не думали, что мы косячимся только с видосами на YouTube, хотим сказать, что мы настолько заёбаны в отношении вот этого всего последних вот этих двух недель, что мы даже не можем скосить. Мы косим уже, наверное, дня 2-3, потому что косим урывками, потому что, ну, нет такого, чтобы мы там взяли и, грубо говоря, 4 часа... Ну, фигачили, как раньше. Да, нет, все сейчас... А, еще, знаете, я тоже... Это просто к слову того, вот какие покупки я совершаю. Вот, например. Вот, идите сюда. Идем. Вот такая, видите? Кто это? Это для бровей. Прорисовывать тут прям волосики и типа прорисовывать брови, чтобы красиво получалось, чтобы они были более такие густые. Вот. А так-то у тебя не густые брови, да? Недостаточно. Понятно. Вот, потом что еще куплено? Вот такую кухню зачем-то купила. Знаете, сколько стоит? 80 рублей, 90. Рит, ну этим нельзя, наверное, пользоваться. Что это? Да, это подводка для глаз. Кошмар, нельзя, не пользуйся, будет аллергия. Почему? Ну нельзя, ну ты чё? Пишут, что это, короче, какая-то типа из ТикТока или там, ну... Тем более. Короче, она очень дешёвая, но говорят, что топ-качество, вот. У меня, короче, нависшее веко. Это называется, ну, короче, когда стрелку вот рисуют, если веко нормальное, то стрелка получается, ну, как бы четкая. А у меня определенно, в общем, я уже загуглила на Ютубе, как рисовать стрелки на нависшем веке. Учитывая, что я, ну, не горю желанием рисовать стрелки, но вот мне стало грустненько, я подумала, почему бы не заказать, вдруг когда-нибудь я это сделаю. Надо выбросить эту парашу. Нет. В общем, ну, короче, какие-то такие покупочки. Это к теме того, что транжирим, да, транжирим. В общем, пойдем мы пить чай. Я буду пить свой вкуснейший напиток со смородиной. Вкуснейший напиток? У тебя что-то уже? Да. Мы будем бодриться. Вы тоже бодритесь. Оставайтесь с нами. Не серчайте, что ролик на прошлой неделе не было ролика, что этот ролик достаточно такой сумбурный. Вот. Ну, мы так немножко решили дать о себе знать, чтобы хотя бы совсем не уйти. Да, 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 что мы ничего не бросили, что мы, ну, как живы. Что мы живы. Не, да, расстались, что... а то вот эти предположения в директе и вообще и в телеге там тоже нервничали. Да. Не успокойтесь, да, все хорошо. Все нормально, в общем, будем оставаться с вами на связи.
пишите там комментарии, накидайте каких-нибудь реакций, поднимите нам эмоциональное состояние немножко, рассказывайте там, не знаю, свои новости, истории, что хотите, в общем, пишите, там, пролайкайте нас, будем очень благодарны. Поддержите, да. Поддержите, да. И у нас поднимется настроение очень сильно. И появится стимул что-то поснимать. Да, да. Спасибо большое, обняли всех, ну, в общем. И всем хороших выходных. Да, и, ну, там, лучиков добра всем. Все, пока.